Здравствуйте. Мы сегодня проводим видеоурок для родителей и руководителей и педагогов организации Департамента образования города Москвы по теме «Профилактика суицида среди подростков» и «Профилактика употребления синтетических курительных смесей подростками». Данный видеоурок он подготовлен по инициативе экспертно-консультационного совета родительской общественности при Департаменте образования города Москвы. И в самом начале я хотел бы выразить благодарность экспертам, специалистам, которые сегодня прибыли, чтобы принять участие в сегодняшнем видеоуроке. Это представители МГТУ имени Баумана и МНПЦ наркологии Департамента здравоохранения города Москвы. Руководитель Центра здоровья сберегающих технологий и профилактики наркомании в молодежной среде МГТУ имени Баумана, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Иванович Семикин, ведущий научный сотрудник МГТУ имени Баумана, кандидат психологических наук Юрий Владимирович Оболонский, руководитель Центра здоровья и психологической помощи студентам МГТУ имени Баумана, кандидат педагогических наук, психолог Алексей Сергеевич Миронов и заведующая детским наркоцентром Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Вероника Яковлевна Готлиб. Дорогие родители, по данным Организации Объединенных Наций, за последние 10 лет во всем мире от терроризма погибло в 10 раз меньше человек, чем, вдумайтесь, ежегодно умирает только от афганского героина. Это 100 тысяч человек. Пожалуйста, включите фильм номер один. Морфин был открыт в самом начале 19 века немецким химиком Фридрихом Сертюнером. Тогда же французский фармацевт Дерозе выделил из опия так называемую опийную соль, кристаллическое вещество. Для появления наркомании оставалось только изобрести шприц и подкожные инъекции. Толчком к росту морфинизма стали Крымская и Франко-Прусские войны. Операции, проведенные под морфиновым наркозом, способствовали популяризации лекарства. Морфий в ту пору часто выписывался врачами как обезболивающее средство. Разумеется, медики быстро обнаружили. При частом использовании он неизбежно порождает зависимость. Но было поздно. Морфий вырвался за пределы клиник. Пожалуйста, слайд номер один. Слайд демонстрирует и иллюстрирует этапы, я бы сказал так, хроники необъявленной войны. Вот посмотрите, первый этап, 90-е годы, так называемый героиновый рывок. До 90-х как таковой проблемы с наркоманией не существовало. По данным Организации Объединенных Наций, в 90-е годы в Россию по северному маршруту стало поступать, вот вдумайтесь, до 200 килограмм героина и гашиша ежесуточно. С этого времени простой медицинский шприц становится символом героиновой наркомании. Даже сегодня, когда среди подростков мы проводим антинаркотические конкурсы рисунка или плаката, и мы просим, обращаем внимание, рисовать только в позитивном ключе, у нас, представляете, 90% работ имеют изображение шприца. Хотя внутривенная наркомания, можно сказать, уже давно так затухла. Хотя в некоторых местах она еще и имеет свое проявление. Следующий этап. Начало века — это синтетические наркотики. Совсем другой способ употребления. Ориентирован на молодежь. Пожалуйста, фильм номер два. Иностранное имя экстази носит наркотическое вещество МДМА. Его основные покупатели – молодые люди. Экстази – почти непременный атрибут вечеринок и ночной клубной жизни. МДМА был синтезирован в 1914 году, но распространение получил в конце 70-х в виде таблеток, капсул и порошков. На таблетках МДМА, как правило, выдавлены различные изображения. Короны, птички, автомобили, символ доллара США, надписи «Адам и Ева». Врачи установили, даже однократный прием МДМА не проходит бесследно.
Регулярное же употребление экстази стремительно разрушает печень и другие внутренние органы, вызывает психические расстройства, в том числе склонность к самоубийству. Тем, кто принимает МДМА, отмерен очень недолгий срок. Следующий этап. 2006-2012 годы. Это появление дезаморфиновой наркомании. Силовые ведомства в свою время поставили мощный заслон героину. Были осуждены ряд лидеров героиновых наркогруппировок. К примеру, я приведу, это тот же самый Баим или группировка, которая была ликвидирована в Тольятти, Судаков Старостин и тому подобное. Я всем вам рекомендую посмотреть такой фильм «Проект Северный маршрут», режиссер Михаил Кожухов. В этом фильме я по указанию директора был консультантом. Так вот, несмотря на то, что этот фильм вышел в 2007 году, он все равно не потерял актуальность. Посмотрите, две серии. Первый фильм — это «Хроника необъявленной войны», и второй фильм — «Судаки». В интернете его можно найти и ознакомиться. Так вот, если говорить о дезаморфиновой наркомании, здесь все очень просто. Лица с опийной зависимостью, если они не лечатся, то они ищут заместитель героину. Тогда, в те времена, кодеиносодержащие препараты было легко купить в любой аптеке. И что мы наблюдали? В 2006 году появляется 19 субъектов, в которых уже дезаморфиновая наркомания озвучивается как проблема. В 2008 году уже 47 регионов, 2010 год 67, в 2011 году 77 субъектов Российской Федерации имеют как проблему дезаморфиновой наркомании. Почему? Простота синтеза и множество различных методик в открытом доступе, в интернете. Низкая себестоимость, в 10 раз дешевле героина. Психологически кажется, что он безвреден, так как изготавливается из лекарства. Посмотрите, опять же, на этом же слайде следующий этап. 2008 год. Курительные смеси. В основном это растительного происхождения курительные смеси, но здесь надо сказать, что резко последовала адекватная реакция силовиков, и, скажем так, на начальном этапе данная проблема была купирована. Следующий этап, обратите внимание, 2010 год. Развитие производства амфетамина в лабораториях кустарным способом. Причина. Много информации находилось в интернете. Для изготовления достаточно мини-лаборатории, которая помещается в гараже или в ванной комнате. Реактивы легко приобрести в магазине. В Москве тогда за 2 года было ликвидировано десятки лабораторий. В одной из них, в Балашихе, в гараже, было изъято более тонны амфетамина, это клубный наркотик. Изъятого хватило бы на все ночные криминальные клубы столицы на несколько лет вперед. Следующий этап, 2011 год, это дизайнерские наркотики, продукт синтеза, аналоги синтетических каннабиноидов. Можно сказать, что здесь началась активная фаза гонки или, скажем так, марафона между наркогруппировками и ФСКН России, где силовики все время в роли догоняющего. Объем синтетических препаратов, которые поступают в России, за 7 лет увеличился более чем в 130 раз. По данным Организации Объединенных Наций, идет прогрессирующий рост количества синтезированных наркотиков. Так, от 40 видов наркотиков в 2010 году, в 2011 фиксируется 75, в 2012 100, и в минувшем году это уже 300 новых видов наркотиков синтезировано в мире. В России за последние 4 года под запрет попало, вот вдумайтесь, 778 новых видов наркотиков. Бурный рост спайсов начался 4 года назад, когда появились курительные смеси GVH и разные их версии, их на сегодня более 1000. И в результате их приема люди теряли сознание. Это сильнейшие галлюциногенные средства. После приема люди выпрыгивали из окон. Были попытки суицида. Совсем недавно появился принципиально новый наркотик MDMA. Сегодня об этом более подробно расскажут. Его предшественником был наркотик MMB. Он появился в начале текущего года и в июле попал уже под запрещенный.
Но в сентябре появился новый наркотик, который имеет абсолютно такую же химическую формулу, но в нем добавлена второсодержащая группа, так называемый метиленовый радикал, небольшое изменение, но это вещество наряду с прежним наркогенным действием приобрело характер отравляющего вещества. Он вызывает прекращение подачи кислорода в головной мозг. И какой мы видим результат? Массовое отравление в Смоленской, Кировской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Дагестан, Коми. За короткий промежуток времени более 700 отравившихся, 25 человек погибло. Вот этот слайд он показывает и иллюстрирует. Вы видите, что наркобизнес не дремлет. Предлагаются все новые и новые формы и виды наркотиков. Наркобизнесом осуществляется маркетинговый анализ. На их стороне работают психологи, дизайнеры, химики. В структуре группировок проводится контрразведывательная работа, можно даже так это сказать. В наркобизнес вовлечено мощное финансовое обеспечение. И главная цель — это кто? Это молодежь. Тот, кто способен некоторое время обеспечивать спрос на наркотики. Надо понимать, что в будущем могут быть новые предложения, о которых мы сегодня даже не догадываемся. Пару слов о наркоситуации. Мониторинг наркоситуации в Москве, а это ежегодный доклад главы субъекта Российской Федерации председателю ГАКа, показывает, что на протяжении 5 лет, из года в год, существенно растет число отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами, в среднем на 30%. Также наблюдается рост количества смертей от передозировок. В прошлом году рост составил аж 47%. При этом надо обратить внимание на то, что из 2000 умерших в прошлом году только 46 человек состояли на учете в наркологических учреждениях. Все остальные умершие, скорее всего, были не наркоманы, а так называемые новички. Вот вы видите на вот этом втором слайде красненькие крестики — это адреса, куда выезжала скорая помощь. Обратите внимание, что вот эта интерактивная карта показывает, что практически в каждом микрорайоне, даже не в микрорайоне, а посмотрите, там практически в каждом дворе существует такая проблема. Но это только тогда, когда вызывалась скорая помощь. А употребление, оно еще чаще. Вот. Поэтому мы видим, насколько напряженная ситуация. Пожалуйста, включите третий слайд. Вот так выглядит Москва. Это 2012 год. Вот это все красное, это куда выезжала скорая помощь. А я вам сказал, что в прошлом году рост составил на 30%, а смертей на 47%. То есть это даже здесь не запечатлено на этом слайде. То есть красноты достаточно, намного еще больше. То есть проблема очень серьезная, и в первую очередь, помимо того, что ее решают правоохранительные органы, конечно, в первую очередь должны над этим задуматься и родители. И так как мы сегодня говорим о курительных смесях и о суициде, а между собой все-таки это где-то косвенно связано, потому что некоторые психоактивные вещества толкают на попытки суицида, я вам приведу следующие цифры, что сегодня Россия занимает второе место в Европе по количеству самоубийств среди детей и подростков. В мире, если насчитывается всего только 7 случаев на 100 тысяч подростков в год, то в Российской Федерации их 20 на 100 тысяч. Лидирующую позицию по частоте суицидов несовершеннолетних занимают это Сибирский федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ. Но все равно в ряде субъектов за последнее время наблюдается тенденция роста суицида среди подростков. И перед тем, как вот передать слово коллегам, которые раскроют более тщательно и конкретно свои доклады, я бы хотел зачитать только 3 примера обращения детей и подростков на детский телефон доверия. Вы внимательно послушайтесь и вдумайтесь. Первый. Мама ушла работать на сутки. Сегодня ночью снова будет ад.
Когда отчим подходит к моей двери, я хочу выпрыгнуть из окна. Следующий пример. Итоговую контрольную по физике я запорол. Отлично там не будет. А значит, четверка в четверти, золотая медаль, до свидания. Я не вынесу этого позора. Родители меня мне этого не простят. Еще один пример. У родителей общий бизнес. Я учусь в английской школе, потом теннис. Все время репетиторы. Друзей у меня нет. Жизнь паршивая штука. Петля избавлению сразу от всего. Еще один пример. Отец бьет меня за каждую тройку. В этой четверти троек стало больше. Теперь он точно меня убьет. Лучше умереть самому. И еще один. Мать с отцом уже 2 недели пьют. Дома жрать нечего. Я не знаю, как жить. Вот смотрите, я зачитал всего только 5 примеров обращения детей и подростков на детский телефон доверия. Но обратите внимание, что это разный пол, разный социальный статус, разный состав семьи. Родители, задумайтесь, как мы воспитываем своих детей и как мы к ним относимся. И вообще, видим ли мы, что они меняются? Ну а теперь хочу передать слово нашим коллегам. Добрый день. Отношение к самоубийствам и к самоповреждению различается в зависимости от личного восприятия и культуры. В некоторых странах самоубийство до сих пор запрещено законом, а в некоторых странах так называемая помощь в самоубийстве представляет собой разрешенный вид суицида для смертельно больных людей. О самоубийстве и самоповреждении существует несколько искаженных представлений, что очень важно. Телевидение, радио и газеты, и иные средства массовой информации оказывают значительное влияние на восприятие обществом факта самоубийства. Например, в Гонконге после тщательно описанного случая суицида возросло число самоубийств с помощью углежения. А в Германии после эпизода популярного телесериала один из персонажей, который бросился под поезд, увеличилось число самоубийств на железной дороге. Так что же такое самоубийство и самоповреждение? Самоубийство и самоповреждение имеют общие черты, но относятся к разным видам поведения. Хотя самоубийство нетрудно определить как намерение, как намеренная смерть человека по собственной воле, исследования случайно выживших после вполне серьезных попыток суицида говорят о том, что желание умереть формируется не так просто. Некоторые желают лишь избавиться от трудностей и доверяют воле случая. Самоповреждение – это широкий термин, включающий в себя различные типы поведения, которые называются парусуицидом. Суицидальной попыткой, членовредительством или намерением самоповреждением. Есть несколько мифов и несколько фактов. Миф. Люди говорят о самоубийстве и не убивают себя. Факт. Те, кто говорит о самоубийстве, иногда все же его совершают. Миф. Люди, желающие покончить с собой, все равно убьют себя. Что бы вы ни делали. Факт. Желающие покончить с собой далеко не всегда убеждены, что сделают, и им можно помочь. Миф. Если у человека спросить, нет ли у него суицидальных мыслей, это лишь подтолкнет ее к самоубийству. Факт. Люди часто испытывают облегчение от разговора о подобных желаниях, и это может стать началом процесса выздоровления. Миф. Люди, наносящие себе повреждения, ничем не рискуют, а просто хотят внимания. Факт. Некоторые из тех, кто себя травмирует, в конце концов совершают самоубийство. Почему же совершается самоубийство? Разговоры с родственниками и друзьями самоубийц в первые месяцы после его гибели указывают на то, что на момент своей смерти примерно 90% погибших людей страдали от излечимых психических заболеваний. Каким же способом люди совершают самоубийство? Некоторые из них. Огнестрельное оружие, яды, прыжки с высоких сооружений, вдыхание угарного газа, утопление. Факты, связанные с самоубийством.
Есть биологические факты. Передача информации в мозге, исследование говорит о том, что нарушение производства и распространения нейротрансмиттера серотонина связано с увеличением риска самоубийства. Генетические факты. Есть вероятность существования некоторой генетической предрасположенности к суициду, но одна лишь предрасположенность никогда не приводит к этому. Могут наследоваться особые гены, увеличивающие риск самоубийства. И физические заболевания. Главным образом это рак, хронические заболевания, расстройства мозга. Психологические заболевания носят свой вклад приблизительно в 90% случаев суицида. Все типы психологических расстройств повышают возможность реального осуществления самоубийства. Чаще всего это депрессия, особенно при неправильном лечении, злоупотребление наркотиками и алкоголем, шизофрения и расстройство личности. Многие эмоции, приводящие к самоубийству, бывают вызваны психическими заболеваниями. Это ощущение безнадежности, модель мышления черное-белое, мысли о смерти, сложности с решением проблем. И, конечно, это социальные проблемы. Это безработица, род занятий, доступность средств, необходимых для осуществления суицида. И, конечно, перенапряжение и повышенный стресс в школе. Есть ли признаки того, что человек планирует самоубийство или школьник? Иногда самоубийство происходит настолько внезапно, что друзья и семья попросту не могут ничего понять. Однако стремление к суициду обычно развивается постепенно. Нужно обратить внимание на замкнутость, приведение в порядок своих дел и, конечно, злоупотребление препаратами, алкоголем или наркотиками, или сейчас, как сейчас в современном мире, это спайс. Человек может намекать на суицидные мысли, используя фразы «я больше не могу так жить». Если вы слышите нечто подобное, относитесь к этому очень серьезно. Что нужно делать? Советы обдумывающим самоубийство. Хотя вы можете делать то, что хотите, например, хотите покончить с собой, но часть вашего «я», пусть и небольшая, все же хочет жить. Те, кто выжил после периода активного размышления о самоубийстве, почти всегда этому рады. Часто они говорят, что хотели не столько умереть, сколько избавиться от боли. Поэтому окружающие людей с такими симптомами нужно обязательно окружить заботой и вниманием. Самоубийство и самоповреждение всегда окружены сильными эмоциями. Некоторые называют суицид самым эгоистичным поступком. Фрейд считал, что по своей сути это крайне агрессивный акт убийства, обращенный на самого себя. Другие полагают, что суицид может быть вполне рациональным, совершенно сознательным и никак не связанным с психическими расстройствами. Согласно с одной точки зрения, самоубийство и самоповреждение относятся к разряду разрушительных видов поведения, которые в той или иной степени свойственны большинству людей и появляются в алкоголизме, курении и любом другом виде занятия, наносящем вред. Связанный с суицидом табу существует до тех пор, и очень важно, чтобы у человека была реальная возможность поговорить об этом, не боясь столкнуться с неодобрением. Суицид совершается импульсивно, а поскольку профилактика всегда лучше лечения, важно, чтобы ведущее к самоубийству психологическое состояние обнаруживалось и лечилось как можно раньше и активнее. Нельзя скрывать свое беспокойство о человеке, который вы подозреваете в обдумывании самоубийства. Говорите ему об этом прямо. Такой простой поступок спасает и еще спасет множество жизней. Потенциальный самоубийца с неподдельным облегчением вступает в беседу, получая возможность поделиться своими чувствами. Нужно контролировать доступ ребенка в интернет, наблюдать, какие телепрограммы он смотрит, чтобы исключить сцены насилия, пропаганду нездорового образа жизни, употребление наркотиков и, самое главное, негативное отношение к самой жизни. Возникает вопрос: что же нужно сделать еще? Конечно, вникать, чем живет ребенок. Обязательно сделать его соучастником семейной жизни. Организовать совместный отдых. Переключать его от учебного процесса, давая ему ощутить себя незаменимой частью семьи, общества. Постоянно расширять видение мира и возможность посмотреть на него со всех сторон. Нет черного-белого, а есть опыт, который мы приобретаем. А любой негатив в нашей жизни можно превратить в положительный опыт.
Здравствуйте, уважаемые родители. Я предлагаю сейчас поговорить о такой сложной проблеме, как курительные смеси, спайсы. Эта тема, она уже набила искомину. Я думаю, вы не меньше меня знаете, что это такое. Но шум проходит, а вопрос остается. Да, что же делать? Ведь употребление спайсов все равно не прекращается. И у каждого из вас есть дети, и вы волнуетесь о том, вдруг ваш ребенок может стать потребителем, что делать, куда бежать, кому говорить. Вот я хотел бы акцентировать свое внимание на некоторых шагах, на некоторой информации, которая, возможно, вам станет полезной. Первое, что хотелось бы отметить, это то, что давайте все-таки определимся, что такое здоровый образ жизни. Потому что нам всем нужно идти в эту сторону и вести за собой детей. Только так мы сможем бороться с этим явлением. А здоровый образ жизни – это здоровый образ мыслей. Поэтому надо в первую очередь посмотреть, какие мысли у вашего ребенка. Вот если эти мысли здоровые, да, если он говорит о прекрасном, об учебе, о всем, то это уже защита от любых, в том числе и курительных смесей. Конечно же, существуют некоторые тенденции в развитии здоровья, возрастные и так далее, где родители не всегда успевают переключаться и отмечают, что ребенок уже повзрослел для себя неожиданно. К сожалению, многие родители узнают о том, что ребенок стал курить какие-то наркотические препараты, одними из самых последних. Уже и классе знает, и школа вся знает, а родители все верят словам ребенка о том, что вот он устал, глаза красные, потому что долго за компьютером сидел и так далее. Поэтому я не смогу за короткий период времени рассказать все признаки вот такого наркотического поведения, но они доступны, вы сами можете их посмотреть. Самое главное, это то, что вы увидите у своего ребенка какие-то изменения, непривычные для вашего образа развития вашего ребенка. Вот существует такой синдром дефицита удовольствия, я думаю, что он во многом толкает ваших детей для того, чтобы это удовольствие продлить, либо приобрести, ничего не делая. Конечно же, школа предлагает много вариантов развития детей. Это и спорт, это интересные кружки, там, это и занятия, которые увлекают, выделяется адреналин, ребятам интересно. Но, к сожалению, улица предлагает другие варианты и чаще всего предлагает то, что, с чем сейчас борется государство. Это наркотические препараты, и о которых мы сейчас говорим, курительные смеси и спайсы. Вот хотелось бы сказать, что за последние 20 лет количество стоящих на учете наркозависимых увеличилось в 10 раз. Но это в 7 или примерно 10 раз превышает такие же показатели в странах Евросоюза. Мы сейчас все сравниваем с Евросоюзом. Фактическое количество наркозависимых в данный момент в России от 2 до 2,5 миллионов. Это по данным госнаркоконтроля. Почти 2% населения страны. Поэтому, понимаете, от таких цифр уже волосы встают дыбом. И, конечно же, каждый из нас может оказаться в кругу вот этих вот распространителей или курителей, не понимая того, что происходит вокруг. Вот когда эта проблема возникла, она возникла в начале учебного года, в сентябре, стало ясно, что где-то черту мы уже вот этот невозврата прошли, надо что-то принимать меры. Я благодарен средствам массовой информации, которые раскрутили эту тему до того, что мы накинулись на борьбу с этой проблемой все вместе. Вот, чтобы вы четко поняли, что было и что нужно делать, я сравню. Вот, к примеру, в январе-феврале 2014 года зафиксировали новое химическое вещество, такой наркотик ММБ называется, это курительная смесь. И 23 июня оборот этой курительной смеси уже в Российской Федерации был запрещен. То есть в январе обнаружили, в июне уже нет, полгода. Полгода прошло. Это при том, что у нас есть мощная федеральная антинаркотическая служба, госнаркоконтроль. Вот в сентябре появилась новая курительная смесь MDMB. Это производная от той, которую запретили в июне. То есть прошло пару месяцев, и добавили в эту формулу производители этой гадости новое вещество, которое не входит в список запрещенных, и получилась новая курительная смесь. И вот эта вот машина по полгода будет опять отработать. Поэтому все приняли усилия такого плана, чтобы этот период был сокращен как можно меньше. В Европе, в принципе, в течение месяца этот вопрос может быть решен. У нас очень сложно он решался, потому что не было полномочий госнаркоконтроля. Слава богу, теперь эти полномочия есть, ну или в крайнем случае вот должны уже появиться. Поэтому сейчас этот вопрос правоохранительными органами отработан досконально. Но мы не можем надеяться только на правоохранительные органы. Нам нужно надеяться на себя и как можно больше знать, что нужно делать в этих случаях, если есть подозрение о том, что ребенок употребляет. Вот существуют некоторые мифы, как мы говорим, о спайсах, которые, как мне кажется, романтизируют эту ситуацию с наркотиками среди детей. Ну, к примеру, один из мифов звучит так. Это вот сейчас слайд попрошу показать. Слайд 7. Мифы не вызывает зависимости. Существует так, вот один из мифов, что наркотики, курительные смеси не вызывают зависимости.
Я хочу сказать одно, что любое употребление препарата химического, особенно связанного с наркотическим воздействием, вызывает зависимость. И эта зависимость, она не измеряется каким-то прибором, она зависит от индивидуального развития личности каждого человека. У кого-то это может быть с первым вдохом, с первой затяжкой появится зависимость. Уже может быть произойти изменения, угрожающие его дальнейшей жизнедеятельности. Особенно связанных с головным мозгом. Поэтому в школе это все быстро проявляется, потому что в дому человек может каким-то образом закрыться в комнате, отоспаться, и родители это не узнают, не увидят. Но если человек на виду, это сразу видно. Поэтому почаще, родители, общайтесь между собой. Не стесняйтесь спрашивать про поведение, что, какие-то советы. И особенно обращайтесь чаще к специалистам, потому что они могут всегда подсказать. Следующий миф – это то, что спайсы снимают усталость. В основном пытаются употреблять эти спайсы для того, чтобы потусить на ночных дискотеках, но перед тем, как всю ночь попрыгать, потанцевать, есть такой миф, что употреби эту таблеточку или покури смесь, и тебе будет хорошо, у тебя хватит драйва на всю ночь, а дальше можно будет отдыхать сколько хочешь. Всем это прельщает, потому что очень трудно, наверное, всю ночь здоровому организму быть активным, бодрствующим, а потом еще пойти на занятия в школу или в институт и также проявлять активность бодрствования. Вот этот миф помогает им быстрее-быстрее употреблять и вступать в эту активность. На самом деле это мнимая активность, потому что идет огромнейший износ организма. И самое главное, физическая усталость такова, что внешне она может не проявиться, но внутренняя усталость – это как человек год жизни прожил в активном режиме разгружения вагонов. Следующий миф существует о том, что курительные смеси стимулируют жизненную активность. Вы знаете, может быть, этот миф больше свойственен тем детям, которые хотели бы выделиться, хотели бы проявить какую-то активность, чтобы на них обратили внимание. Многие употребляют эти смеси, потому что им кажется, что они в этот момент достигают пика своих возможностей с точки зрения активации внимания к себе, к своей личности, к своей персоне. Я думаю, что родителям в первую очередь требуется как раз вот сделать так, чтобы ваш ребенок был в вашем фокусе внимания. И, наверное, посмотрите, какие его данности, которые вы знаете, не проявляются. Помогите ему их проявить. Не ждите, пока он будет употреблять эти стимуляторы в виде спайсов или курительных смесей. Следующий миф. Спайсы не выявляются при тестировании. Я хочу вас четко проинформировать по этому поводу. Любой препарат наркотического свойства выявляется. Объясняйте своим детям, что это миф. Этот миф распространяют наркодилеры. Для того, чтобы вот эти мифы размножались, они еще умножаются такой формулой, что все в жизни надо попробовать. Понимаете, если бы сели с вами на кухне, и перед нами было 1000 блюд, я бы согласился. Но когда вам предлагают гадость, после которой есть смертельные исходы, я не рекомендую детям вот эти мифы воспринимать даже с точки зрения один раз попробовать. Следующий миф. За торговлю этими спайсами или курительными смесями не наступает ответственность, так как они не запрещены законодательно. Вот здесь тоже многие ошибаются. На самом деле законодательство наше современное позволяет привлечь к самой серьезной ответственности. Чтобы родители четко понимали и знали, любое уголовное преступление, связанное с оборотом наркотиков, оно карается очень жестоко, условных приговоров не бывает. И те, кто начинает употреблять, они об этом не задумываются, потому что перед ними вот есть те, кто употребляет и как бы никуда не посажен, учится. Этот миф надо разбивать, в том числе и нам вместе с вами, потому что это очень тяжело ребенку объяснить. Он больше всего верит тем, кто вокруг него, это сверстникам. Последствия потребления этих курительных препаратов очень тяжелые. Во-первых, они провоцируют употребление алкоголя, потому что потом, как действие спайса заканчивается, организм начинает требовать усилителя. И вот обычных называют спайсы субботними наркотиками, потому что они живут от субботы до субботы. А вот эти недельные процессы, когда человек проживает жизнь, обучаясь в институте или в школе, они требуют ему допинга, потому что организм уже впитал в себя вот этот вот стимул. И человек он начинает употреблять много пива, много алкоголя. Поэтому обратите внимание, если ребенок начинает употреблять даже энергетики в больших количествах, это значит, он догоняет или хочет поймать тот драйв, который он испытал с помощью вот этих вот курительных смесей. Опять же, я говорю драйв почему? Не для каждого он такой. Кто-то может испытать сильнейший болевой шок. У кого-то может быть сбитое дыхание, что он чуть ли не умер. Но многих это не останавливает, потому что никто не хочет эту сторону медали показывать. Все почему-то хотят показать, что ему хорошо, что ему нормально. Но если человек начинает психические процессы показывать, он это уже не понимает. А те, кто смотрит, им смешно и прикольно.
Следующие последствия, которые могут наступить, это психические расстройства, депрессия, снижение настроения, апатия, полный упадок сил. Я вам вот буквально зачитываю этот слайд, следующий, восьмой слайд. Почему? Потому что он как раз четко показывает те признаки, по которым вы можете выявить то, что ребенок употреблял курительные смеси. Следующее последствие, которое может наступить, это раздвоение сознания, летальные исходы тоже бывает. Шизофрения. И последнее, что могу сказать по этому, то вот в качестве последствия употребления, за их торговлю и употребление не наступает ответственность, так как они запрещены законодательством. Но сейчас законодательство изменено, и ответственность будет удваиваться. Я хотел бы показать вам еще один слайд, где есть законодательный акт, утверждающий, это приказ Министерства образования, он как раз утверждает порядок проведения тестирования в образовательных учреждениях. Я думаю, что эта система будет налажена, и те, кто курит, употребляет любой наркотический препарат, вы должны четко понимать, что это будет в любом случае выявлено. И еще, чтобы вы знали, у нас раньше не было этого законодательного акта, это закон. Сейчас он есть, на слайде вы его увидите. Значит, этим законом усиливается ответственность за торговлю, либо какие-то незаконные действия с наркотическими препаратами, в том числе и с курительными смесями, на территории образовательного учреждения. Поэтому, если кто-то задумал из детей пронести наркотики в школу, вы должны понимать, что ответственность будет удвоена, то есть это как считается, как отягчающее обстоятельство. Вот это вот как раз наш европейский уровень. Заканчивая свое выступление, хотел бы обратиться к родителям с просьбой. Побольше вникайте в нужды и смотрите за поведением ребенка. Если вы его развиваете, это должно быть видно. Если вы его бросили и думаете, что он сам развивается, обратите внимание, в какую сторону он развивается. Приходя на собрание родительские в школу, интересуйтесь, как он себя ведет в школе, с кем он дружит, как он проявляет, какие у него конфликты. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие уважаемые родители. Я врач-психиатр-нарколог, поэтому в своем выступлении больше как раз остановлюсь на медицинских аспектах употребления синтетических курительных смесей. Ну, действительно, здесь уже говорилось о том, что в последнее время это стало одной из основных проблем, и в основном подростки употребляют именно курительные смеси, причем их не останавливает ни знание о том, что это синтетические наркотики. Если раньше считалось, что распространители навязать утверждение о том, что это натуральные, растительного происхождения, то сейчас уже всем, и в том числе нашим детям, известно, что это синтетический наркотик, что он обладает очень тяжелым, в медицине это называется наркогенность, то есть быстро развивается привыкание, очень тяжелые последствия для человека, но тем не менее, и, собственно, даже наши дети знают, что от этого умирают, но это их не останавливает. Но, к сожалению, родители действительно, об этом уже тоже здесь говорили докладчики, родители узнают обо всем в последнюю очередь. И моя задача, как мне кажется, рассказать вам о том, как проявляется употребление и передозировка синтетическими курительными смесями и на что вам следует обращать внимание. Ну, кроме того, что, как уже тоже вы теперь знаете, нужно очень крайне внимательно относиться к своим детям. Итак, синтетические курительные смеси, вот на слайде представлены, собственно, точки воздействия на организм потребителя. Больные, в кавычках, красные воспаленные глаза, широкие зрачки,
Часто потребители жалуются на головокружение, головную боль, невнятность речи, при этом сухость во рту без видимой жажды, нарушение терморегуляции, чередующийся озноб, жар, при этом может быть повышенная потливость. Очень характерным признаком употребления синтетических смесей является повышение тахикардии, учащение сердечного пульса, причем до огромных значений, там 120-140 ударов в минуту. Повышение артериального давления трудно, наверное, будет зафиксировать без специального аппарата, но, тем не менее, повышение артериального давления значительное. Могут быть боли в области сердца. Могут быть кратковременные такие сокращения мышц в виде подергиваний. Кроме того, очень характерным признаком употребления и передозировки курительных смесей является тошнота, рвота, может быть, жидкий стул. Но все это, возможно, и не так заметно для вас, во всяком случае. Естественно, что потребители всячески будут скрывают. Да. Например, все подростки прекрасно знают, что родители могут обратить внимание на ширину зрачка. Поэтому используются различные сосудосуживающие капли, которые меняют эту ширину зрачка, и таким образом это не остается, это трудно определить. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание, если вы где-то на территории, так сказать, своих детей находите неназначенный врачом сосудосуживающие капли глазные, я бы рекомендовала вам обратить на это внимание. Но что, собственно, происходит, когда наиболее тяжелое, когда мы уже говорим о передозировке синтетическими курительными смесями, вот, пожалуйста, на слайде это перечислено, со стороны тела, примерно те же самые реакции, только значительно более тяжелые, то есть это рвота, это учащение пульса, это широкий зрачок, повышение температуры, это нарушение зрения, может быть, кратковременное, речи, смазанная такая невнятная речь, может быть, даже кратковременная потеря слуха. Обратите внимание, могут быть, хотя это на курительные смеси предыдущего поколения больше характерно, но тем не менее быстрые такие ритмичные подергивания руками, туловищем. Это могут быть судороги с потерей сознания, и это может быть тяжелая потеря сознания вплоть до комы. Ну и, к сожалению, как мы теперь уже знаем, это смерть. Но я бы хотела остановиться на том, что для меня, как для врача, является... Да, и важно, что во всех, при любом из этих проявлений, конечно, единственный способ – это вызывать скорую помощь и госпитализировать подростка в токсикологическое отделение. Но на чем я хотела бы остановиться особенно, это на чем страшны, собственно, эти курительные смеси, потому что они вызывают очень тяжелые поражения психики. Во время передозировки возникают тяжеленные состояния паники, страха, так называемые панические атаки, когда человек просто теряет контроль над собой, и, собственно, в этот момент первый вариант, когда может совершить какие-то действия, опасные для своего, для жизни. И, мы не знаем, от чего подростки в состоянии интоксикации с курительными смесями совершают суициды, но как один из возможных вариантов, это вот такое огромное всепоглощающее чувство страха, в котором пребывает подросток. Это острые расстройства психики с именно неприятными, тяжелыми галлюцинациями. Это могут быть слуховые, зрительные галлюцинации. Это могут быть идеи преследования, идеи отношений, что вокруг вообще весь мир что-то, все замышляют что-то против
И это тоже страшно, это тоже усиливает и может вызвать какой-то, ну, как бы непреднамеренный, но тем не менее завершенный суицид. У подростка может возникнуть вообще ощущение какой-то непонятного страха, гибели или смерти. И, как уже было сказано, систематическое употребление курительных смесей вызывает состояние, похожее на шизофрению. Ну, для того, чтобы вовремя понять, в чем, так сказать... Да, еще я хотела бы вот на это обратить ваше внимание, пожалуйста. Это то, что вы, в принципе, можете увидеть. Это то, что происходит между употреблениями. Это снижение настроения, депрессивное может быть настроение, могут быть даже как-то случайно услышанные вами мысли о самоубийстве. Это вялость, заторможенность, сонливость. Это такая эмоциональная неустойчивость со склонностью к злости, агрессии. Это, что очень важно, отсутствие аппетита. Могут быть внезапные приступы тошноты и жалобы на такой общий физический дискомфорт. Я бы хотела еще отметить, что у современных токсических синтетических смесей есть свойства как таких стимулирующие, так и свойства тормозящие. Поэтому в каком состоянии будет ваш ребенок, предсказать очень сложно. Главное, что... мне кажется, родитель должен всегда помнить, это внимательное отношение, внимание к тому, в каком состоянии находится ребенок. То есть как только вы замечаете, что что-то не так, что-то, вот как-то ведет он себя необычно, нетипично, пожалуйста, обращайтесь к специалистам. Это могут быть психологи, это могут быть наркологи. И вот еще один слайд, который я хотела бы тоже, чтобы вы увидели, это последствия длительного употребления. Это бледное лицо, это воспаленные глаза, это может быть дрожание пальцев рук. И с точки зрения психического состояния, это снижение памяти, снижение внимания, это могут быть нарушения школьной успеваемости, это могут быть какие-то изменения, ну, в чем ребенок был успешен, он вдруг перестает быть таковым. Это эмоциональная неустойчивость, когда колебания настроения от депрессии, нежелание ничего делать, до озлобленности, агрессивности. В этот период действительно подросток может быть агрессивен. И это нарушение сна в виде бессонницы или нарушение цикла сон-бодрствования. Ну, я, собственно, уже заканчиваю. Последнее, на что хотела бы еще обратить ваше внимание, это на те предметы, которые могут вам подсказать, что что-то не так. Это самодельные приспособления для курения. Вот здесь на слайде изображены два. Это так называемый бульбулятор, сделанный из пластиковой бутылки, и пипетка, обычная аптечная пипетка, через которую употребляют курительные смеси. Пожалуйста, если вы вдруг обнаружите такую темную закопченную пипетку, обратите на нее внимание, не выбрасывайте. Это может быть сигналом тому, что ваш ребенок или кто-то из его окружения употребляет синтетические курительные смеси. Спасибо. Здравствуйте! В МГТУ имени Баумана с 1996 года разработана и реализуется комплексная программа здоровьесберегающих технологий и
под этим подразумевается комплекс мероприятий, позволяющих в едином контуре управления общественным здоровьем концентрировать все необходимые силы и средства, которые являются структурными подразделениями университета, для того, чтобы обеспечить сохранение, и мы стремимся к тому же, чтобы наши студенты улучшили качество своего здоровья. В основе здоровьесберегающей деятельности нашего университета лежит мониторинг общественного и личного, индивидуального здоровья студентов. Это информация, которую мы получаем из поликлиники. В МВТУ ежегодно проводится обязательная диспансеризация врачебная, а также нашим учебно-методическим центром проводится мониторинг социально-психологического благополучия наших студентов. Это очень хорошо сочетается с недавно вступившим в законную силу ФЗ-120 по выявлению тех или иных проблем формирования личности наших студентов, в том числе в целях раннего выявления наркопотребления. Здесь мы определяем группы риска по тем или иным отклонениям здоровья, то ли это психосоматические нарушения. Это могут быть особенности характера, которые в народе называют слабохарактерностью, то есть зависимые формы поведения. И мы понимаем, что с этими ребятами нам необходимо работать как психологи, как педагоги. Мы осуществляем свою вот эту здоровьесберегающую деятельность. По результатам мониторинга мы разделяем студентов на 4 основных группы здоровья. Это полностью совпадает с теми медицинскими группами по физической культуре, которые, в общем-то, существуют и в школе, и в вузах. Это практически здоровые студенты, которые занимаются в подготовительной группе с незначительными отклонениями в тех или иных критериях здоровья. Это группа, требующая специальных упражнений по лечебной физкультуре, и четвертая группа, освобожденная от тяжелых физических нагрузок, а также инвалиды, которые в рамках инклюзивного обучения постигают науки в школе или в университете. Вот эти четыре группы у нас проходят по трем основным программам: первичная, вторичная, третичная профилактика. Под первичной профилактикой мы имеем в виду психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. Это в рамках физической культуры модуль по здоровому образу жизни. Мы направляем свои усилия, чтобы создать все необходимые условия, чтобы наши студенты ценности здорового образа жизни, нравственные, патриотические, базовые ценности выбрали для себя как главные для достижения социального успеха. Также в рамках первичной профилактики мы проводим профессиональный отбор в институт военного обучения. Здесь мы сотрудничаем с научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения Москвы, которым руководит профессор Брюн Евгений Алексеевич. Вторичная профилактика – это комплекс мероприятий, который осуществляется совместно с врачами. Это и медико-социальная реабилитация на базе студенческого санатория-профилактория. У нас во всех общежитиях, это два студенческих городка, имеются центры здоровья, где работают и психологи, и врачи, и психиатры, и специалисты по лечебной физкультуре, где в неучебное время наши студенты по индивидуальным оздоровительным программам, по показаниям, проходят реабилитацию и ресоциализацию, когда это необходимо. Я хотел бы здесь поставить акцент: в МГТУ имени Баумана более 80 лет проводится обучение инвалидов по слуху для нужд народного хозяйства
промышленного комплекса. Это уникальный мировой опыт. И третичная профилактика – это когда студент уходит в академический отпуск. Мы отслеживаем, чтобы он прошел необходимое лечение в ведущих клиниках города Москвы, а также в кризисном центре 20-е. Городская больница – это клиника Московской НИИ психиатрии, Федерального центра суицидологии. И также в клинике, если это надо, научно-практического центра наркологии, который я уже упоминал. Таким образом, мы отслеживаем наших студентов на этапах вот этой здоровьесберегающей деятельности и делаем все, чтобы после лечение студент вернулся в образовательную среду. Наш опыт уникальный, потому что мы задействуем весь арсенал, все возможности, еще раз повторяю, для первичной, вторичной и третичной профилактики. Эта информация обрабатывается нами, как учеными, и таким образом мы ежегодно имеем объективную картину факторов риска, групп риска, с которыми надо так или иначе работать. Спасибо за внимание.